Здесь у нас неотслеживаемая посылка из Китая. В описании непонятно, что написано. Так что я без понятия, что там такое. Очень много уплотнителя вижу. Так. Это у нас кабель USB для HTC телефонов. Выглядело, конечно, на фото это намного круче. Выглядело это как оригинальный кабель для HTC, а по факту пришло что-то ужасного качества. Даже вот тут вот я вижу кабель торчит местами. Типа от этого Xiaomi логотип. А должен был прийти вообще для HTC. Ну да ладно, ссылку я оставлю. Кто все-таки заинтересовался и купит, переходите по ссылке. Стоимость, по-моему, где-то бакс или до бакса. Ставим лайк. Пока.